I love making out. Shut up! Do you care? Ты можешь объяснить, почему я проснулся засосом на моей шее? Я не знаю. О боже, у тебя тоже? Что? Да, ты бы видел это. Это отвратительно. Да. О боже. Вам нужно быть поосторожнее, когда вы целуетесь. Что? Бабушка, мы не целуемся. Ага, конечно. Наверное, пришло время поговорить с вами о птичках и пчелках. Мы знаем о птичках и пчелках, они летают и так далее. Да, мы вообще-то не тупые. Слушайте, гейский засос немного отличается от обычного поцелуя. Например. Что ты делаешь с моей мисс-обнимашкой? Что бы вы ни делали, никому не давайте сделать на вас смертельный поцелуй. Луизианский пароходик. А теперь, на всякий случай, возьмите вот это для защиты. Что это? Ваши презервативы. И мы вернулись к легенде о Бугимене. Пирамиды построил Бугимен. Empire State Building – Бугимен. Радуги – Бугимен. И люди ему верят? Вы должны остерегаться молодых бугименов, потому что у них есть зубы. Поэтому, когда они кусают вас за шею, у вас появляются пятна на шее, напоминающие засос. Бугимен несет ответственность за всю мистику. Это шоу – Бугимен. Попа Ким Кардашьян – Бугимен. Моя прическа – гей по имени Карлос. Но он родился от Бугимена. Нет, я не собираюсь быть сучкой Бугимена. Мы должны установить камеру в моей комнате и поймать его. Почему мы должны спать вот так? Мы можем поймать его только так. Заткнись и спи. Ладно. На следующее утро. Чувак, это снова произошло! И он оставил цветочки? Видишь? Что-то уронило камеру. Что за хрень? Ты слышал? Как будто малыш Бугимен. Окей, мы должны все исследовать. Вы смотрите канал истории. Мы не показываем истории о войне, а какую-то хуйню о Бугимене. Я не это имел в виду, говоря об исследованиях. Ты просто завидуешь его крутой прическе. Ну да. Вычислить малыша Бугимена очень просто. Первую ночь он оставляет засосы. Во вторую ночь он оставляет подарки. А затем он высосет из вас все. Вот так. О боже, это же луизианский пароходик. Нет, это миссисипский брызговик. Не, миссисипский брызговик, это когда ты ебешь тёлку в жопу, и все считают ее конченой шпой. А потом она тебя ебает горловой нет. Может, это вообще какой-нибудь кливлендский пароход? Лузианский пароход? Да пусть будет так. Ты поможешь мне убить эту тварь или нет? Позже днем, в смысле ночью. Эй, сюда, возьми два. Нет, ужас. Ладно, будь аккуратней. Чувак, это было обязательно? Да. Черт, это пушка ОУПИ! Пориво-огров? Не, ОУПИ, очень пиздато. Я был почти уверен, что ты хотел сказать пориво-огров. Поверь мне, я часто видел очень много Шреков в мои дни. Ну так, ты думаешь, он умер? Стиви, какого хрена ты делал, когда мы спали? Простите, ребят, я хотел напомнить вам, что мы друзья! Чувак, зачем ты нам ставил засосы и дарил цветы? Потому что это то, что делают друзья, как написано в книге. Книга называется «Как найти бойфренда». Да, вы же парни и друзья! Парни и друзья! Я там сидел 7 часов!
и мне пришлось там сходить по-большому. Так что простите меня. Но мы же останемся друзьями. Твою мать, Стив, я убью тебя. Но это же значит, что бугимена нет, да? Да, наверное, ты прав. Вы уверены? Нет, только не лузианский пароходик! Оу, я же не умру. Озвучено Шаград, Папер Клей и Маринка Смайлов. Click the video right here. Now we're going to connect to the internet. Быстрее кликай на кнопку подписки, если не хочешь получить кливлендский пароход. Это лузианский пароходик. Да похер, одно и то же, почти.